Всем привет! Так, перед тем, как перейти к топику, сразу порекомендую вот данный вам канал и тему, о которой я сегодня буду говорить, вот данный ролик порекомендую. Так что почитайте, посмотрите, там весьма подробно это разбирается. То есть вот то, что я сегодня подниму тему, вот этот ролик про это, про это, про это. То есть вот 3 часа про одно и то же, можно сказать. Кому не жалко времени, кто хочет более-менее разобраться, в принципе, там основные идеи все будут рассказаны, то, что я буду говорить более подробно. Возможно, даже чуть более правильно, чем я это скажу. Поскольку именно на низком уровне у меня тоже нет большого опыта. Именно вот с неё. Итак, давайте подходить немного. Только сделаем небольшое вступление. До текущего момента мы смотрели сокеты. Но классические сокеты. То есть классический пакет Java I/O. В чем его особенность? Особенность его ключевая была в том, что вот эти сокеты, они предоставляли нам интерфейс для взаимодействия, да, в виде потоков ввода-вывода, то есть input и output stream. В чем их сущность, вот этих вот потоков? В том, что они блокирующие. То есть всякий раз, когда кто-то вам пошлет огромный файл, и вы готовы будете принимать на каком-то по какому-то адресу, да, вот этот файл, вот через этот вот input stream. Вот этот input stream, вот этот кусок кода, он у вас заблокируется и будет ждаться, пока весь файл к вам не придет. И только когда весь файл соберется, дальше программа пойдет. В этом-то и, собственно, основная проблема блокировки. Хорошо, подумали мы. Ну, блокируют. Давайте выделим поток под каждого клиента. Но проблема в том, что вы не можете выделить поток под каждого клиента, когда клиентов станет реально много. Скажем, есть такая классическая проблема 10 тысяч соединений. Так вот, вы не можете поднять 10 тысяч одновременно, имеется в виду. 10 тысяч одновременных соединений. Вы не можете поднять на обычной, по крайней мере, машине, да даже на обычной серверной машине вы не сможете поднять 10 тысяч потоков, чтобы их обрабатывать. Здесь нужен принципиально другой подход. Хорошо. Здесь вот, кстати, вот еще вот в чем проблема. Давайте вот теоретически порассуждаем, что хорошо, вы можете поднять вот эти 10 тысяч потоков. А допустим, вы разрабатываете чат, и вам нужны веб-сокеты. Соответственно, у вас есть сайт, где идет интерактивное общение, да? Каким-то образом. Это не так принципиально. Идет общение через веб-сокеты. Классическая ситуация. Вы смогли все-таки эти 10 тысяч соединений поднять. Но вот чат по своей сути, что такое? Это обмен короткими сообщениями. Так вот, выделять под каждую задачу целый поток, под очень короткую задачу, это крайне неэффективно, потому что система, количество ядер-то у вас не 10 тысяч будет, а гораздо меньше. Понятное дело, там, может, не знаю, 60. Но в любом случае,
значительно меньше. Система, она будет чем заниматься? Она будет постоянно переключаться между потоками. То есть система сойдет с ума, можно сказать. То есть она не будет выполнять... То есть основная работа системы будет не в том, чтобы выполнить, обработать короткое сообщение, да, вот, которое послали через веб-сокеты, а в том, чтобы переключиться вот между этими тредами, между вот этими потоками. И здесь нам нужен принципиально другой подход. И уже этот подход давно существует. Java ввела новую библиотеку в ядро Java Core. Это Java Neo. Java Neo. И там поставляются нам новые сокеты. Новые сокеты, которые способны работать в принципиально другом режиме. Вот перед вашими глазами сейчас картинка, и на ней, собственно, обозначены то, каким образом теперь происходит обработка. Вот раньше, вот когда мы сидели на потоках, каждый клиент обрабатывался бы в отдельном трейде. Сейчас, как мы видим, все клиенты как бы идут теперь в одной линии. Почему это возможно и как это достигается? Вводится, здесь вот не отображено, но вводится очень важная абстракция буферов. То есть там мы сидели на output и input стримах, здесь мы сидим на буферах. Буферами это буквально в смысле продвинутый массив, который мы используем в качестве, ну вот, буфера, из которого мы достаем данные и читаем данные. То есть клиенты записывают в этот буфер данные, и мы оттуда читаем. И данные клиенты записывают туда частями. Вот пришла часть файла, обработали. Пришла часть сообщения, обработали. То есть мы не ждем, когда все придет, и то есть вся информация целиком придет. То есть мы определяем некий размер буферов, который, по сути дела, определяет некий чанк сообщения. Для чатов это, например, очень удобно, поскольку там сообщения все равно не могут быть 10-страничными. Можно достаточно большой буфер дозадать, но который и достаточно малый, чтобы у нас все это выглядело как такая неблокирующая штука. То есть мы не делаем буфер 10-гигабайтным. Мы делаем буфер там, ну не знаю, допустим, 16 килобайт. Где-нибудь потолок такой стандартный, или килобайт, или вообще можно сделать буфер, как это, завязаться, так, максимум transmission unit у нас по Ethernet примерно 1.5 килобайта. И вот на них завязаться, вот на это число, например. Ладно. Есть вот абстракция буферов, да? В которую мы складываем. Теперь дальше поехали. Вторая абстракция важная, это абстракция ченнелов. Это куда, скажем так, клиенты складывают информацию. Но последняя важная абстракция – это абстракция селекторов, которая вот эти ченнелы, она объединит и на выход нам предоставит возможность общаться с клиентами в таком в неком потоковом режиме. Только вот не в том, вот не в output-input стримах, а вот если вы знакомы с
с парадигмой реактивного программирования, вот про это же самая речь, по сути дела, идет. То есть некий поток, некий пайплайн сообщений, которые мы хотим обрабатывать. Но каждый чанг у нас, как вы видите, он помечен. То есть мы можем понимать, как обрабатывать это образом. То есть что происходит? По большому счету мы не простаиваем ни секунды. Мы обрабатываем каждое сообщение частями. Такс. Что ж. Ладно, может быть, сейчас еще не все понятно. Вот мы напишем код. Сейчас вручную копипастить я не буду. Все буду руками, будем медленно, так аккуратненько. Хочу, чтобы руки мои запомнили это. Для меня это тоже немного ново. Именно писать на таком низком уровне. Такс, поехали. Мы создадим сервер, а затем воспользуемся программой Putty. Вот это вот. Запустим несколько клиентов, чтобы не писать клиента самому. В принципе, клиента написать несложно будет. Мы уже писали клиента. Клиента здесь можно и воспользовавшись обычными сокетами. То есть не обязательно создавать снова вот сокеты через нее. Нет, можно создать и обычный будет. И сделать клиента. Но ради простоты я вот советую вам скачать данную и найти данную программу в сети и скачать ее. Либо создайте своего клиента, напишите. Это несложно. Что ж, поехали. Вот у меня уже подготовлен класс основной. Такс. И main, в котором я его потом запущу. Что ж, поехали. Сперва мне нужен private selector. Вот эта вот сущность, которая у нас будет, скажем так, мультиплексером. Ладно, не буду открывать повторно картинку. Мультиплексером, которое множество каналов, по сути дела, преобразует, способно принимать и их каким-то образом подписывать сообщения. Хорошо, это первым. То есть нам нужен вот этот селектор. Дальше, нам нужен адрес, где мы будем сидеть. Значит, private init socket address. Дальше. Нам нужна еще третья сущность. Я заявил, что мы будем писать чат. Только, скажем так, такой низкоуровневый чат. Поэтому нам нужно завести какую-то мапу, где мы будем хранить активные ченнелы, то есть активные сообщения о активных клиентов. Поэтому только не мапу, а множество я. Set. И socket channel. Я его назову session. То есть, скажем так, некая текущая сессия. Это наши основные поля. Теперь мне нужен конструктор. Конструктор. Только он принимать будет следующие параметры. Host и port. String. Host, int, port. Что ж, значит так, this address new net
socket address, здесь мы принимаем host и port. Так. И давайте еще инициализируем вот этот вот session. New hash set. И можно указать явно socket channel. Хорошо. Теперь следующей важной частью это нам нужно запустить наш сервер. Давайте сделаем это. Пишем public void start. Так, здесь будет у меня множество исключений, я их обрабатывать, как обычно, не хочу, поэтому просто проброшу. Так, ну, поехали. Берем наш селектор и используем селектор open. То есть инициализировали наш селектор. Теперь нам нужен наш сервер socket. Чего он ругается? Найдено new channel selector, требуется. А, я не в ту переменную сохранил. Так. Смотрите, вот мы понимали, вот когда вот писали простое сетевое приложение, то есть веб-сервер, да, например, когда мы писали, мы там что и сделали? Мы там использовали сервер socket. И здесь тоже сервер, но здесь мы используем сервер socket channel. Сервер socket channel. Сервер socket channel. Итак, сервер socket channel open. Теперь мы его должны связать с вот этим инет-адресом. Значит, сервер socket channel. Socket. Bind. Адрес. Хотя я вроде это не обязательно. Вот. Хорошо. Дальше поехали. Дальше мне нужен вот этот наш сервер socket channel настроить на неблокирующую природу. То есть берем configure, blocking file ставим. Мы хотим неблокирующий. То есть, чтобы вот обработка соответствовала вот той картинке, которую мы смотрели. Теперь дальше поехали. Теперь нам нужно связать селектор с ченнелом. Значит, берем наш ченнел и регистрируем селектор, который мы только что... Давайте я еще здесь явно пропишу, что это дисселектор. И нужно указать... на какой, скажем так, тип эвента мы его регистрируем. Значит, selection key. И вот здесь разные эвенты. Нас интересует event accept. Принять. То есть, ну, я вот предлагаю сделать еще тут system out, чтобы просто видно было, что сервер started. Так, теперь мы запускаем в цикле while нашу основную работу. Что мы здесь должны делать? Мы должны взять наш селектор и select, выбрать команду select, выбери. Вот по сути дела, вот это вот блокинг,
То есть мы ждем wait for events. То есть мы ждем, когда к нам кто-то постучится. Когда к нам кто-то постучится. Так, мне нужен итератор. Когда к нам кто-то постучится, мы его начнем регистрировать. Так, здесь вот когда к нам постучаться, вот так, давайте я все-таки открою эту картинку. Так. То есть вот селектор, он по сути дела, вот этот итератор, который мы сейчас достаем, он мне вот эти вот доступ вот этим к ченнелам предоставит, которые на текущий момент работают, с которыми мы можем. А так как это итератор, мы вот так их вот поочередно и будем обрабатывать. И как я говорил, мы их обрабатывать будем кусочками. Мы будем воспользоваться той вот абстракцией, которую я в самом начале говорил, буфером, которая у нас ограничена определенным размером. Поэтому никогда не будет такого, что ну, только очень большое количество клиентов на наш сервер придет. Не будет такого, что наша система неожиданно просядет. Хорошо, вот наш итератор. Вот наш итератор. Который нам предоставит возможность... Вот ключи, это по сути дела... вот доступ к этим вот ченнелам. Так. Вот мы сейчас возьмем ключ. Ключ. И из него в этом ключе будет channel. Так. Мне здесь нужно приведение типов сделать. Так. Теперь вот здесь еще важно, вот когда мы вот взяли вот этого вот, вот этот ключ, да, нам нужно вот из селектора его выкинуть. То есть мы его уже взяли для обработки. Сейчас напишем еще пару строчек кода и отправим его на дополнительную обработку. То есть вот этот вот, вот с этой опцией мы его выкинули. То есть у нас зарегистрировался channel, грубо говоря, вот с такой вот опцией. Мы вот этот ключ, вот здесь вот его взяли, и больше нам не нужно повторно его обрабатывать вот на этом вот цепи. Он уже зарегистрировался. И поэтому мы его вот здесь вот ремовим. Ремовится последний вот этот вот next. Откройте, прочитайте доки, я не буду сейчас доставать документацию. Хорошо, дальше ставим условия. If вот этот key is valid, то есть, вернее, если не валидный, то мы просто продолжим наш цикл. Если key is acceptable, то есть вот этот, то мы сейчас создадим функцию accept, и в которую мы перейдем к key. Это наша будет дополнительная обработка. Else if, если key is readable, то есть в нем в канале есть что-то для чтения. И здесь мы создадим функцию, метод, вернее, метод key. Так.
И это наш вот основной старт, он готов. Так, где картинка? То есть мы пока просто, скажем так, зарегистрировали вот этих клиентов на то, чтобы принимать у них сообщения. Сейчас нам нужно другие два события обрабатывать. Это вот, вот да, он acceptable стал, но его нужно сперва перевести в режим readable. А потом из режима readable мы будем, собственно, доставать все необходимое. Что ж, давайте писать. Значит, ну, эти уже методы можно сделать приватными. И правильно их сделали бы приватными. Нам здесь по большому счету все нужно приватными, кроме старта и конструктора. Значит, private. Здесь вот selection key. Key. Так, здесь я опять проброшу это IO. Так, ну что ж, поехали. Берем наш сервер. Socket channel, только нет, не наш, а значит так. Сейчас мы вот из ключа возьмем channel. Так. Socket channel. Так, тут сервер socket channel и берем accept. Так, это мы достали наш channel. Мы делаем его снова configure block and false. Так, и теперь значит так, я предлагаю еще, поскольку мы собираемся реализовывать чат, значит так, соответственно, я думаю, сделать системные эти сообщения. То есть вот здесь вот у меня сейчас, по сути дела, идет регистрация клиента. То есть регистрация канала, и я его хочу каким-то образом пофиксить. Давайте я вот здесь вот создам функцию broadcast. Так. System. И здесь мы передадим. Так. Channel socket. Get remote address. То есть, скажем так, это вот когда юзер заходит на чат, по идее, должно быть какое-нибудь оповещение. Не правда ли? Типа, вошел новый юзер. Давайте вот так вот. Допустим, new user. System new user. Так, но нам его нужно сперва зарегистрировать вот в том сете, в котором я вот этот вот, у меня сессия это по большому счету. Что ж, беру сессию. Так. И добавляю channel. Так, с бродкастом мы чуть позже разберемся. Сейчас давайте. О, я еще забыл одно-то сделать.
мне нужно еще вот этот channel. Здесь же у меня должна регистрация перейти в Readable, чтобы у меня вот затем вот этот, в этом цикле у меня переходило вот сюда, в Readable. Значит, регистр. Беру мой селектор и перевожу вот этот канал в режим Open Read, то есть готовым для чтения. Так, ну что ж, теперь давайте, нам осталось только вот эту функцию read организовать, то есть читать непосредственно, и broadcast сделать. Окей, поехали. Private, вот, read, здесь я хочу тоже selection key здесь принимать. Так. Socket channel. Channel. Так, здесь берем socket channel. Key. Channel. Такс. Теперь мне нужно вот этим байт-буфером заняться, о котором я в самом начале говорил. Так, байт-буфер. Байт-буфер. Создадим его из статического метода. И вот здесь вот есть два метода, allocate и allocate direct. AllocateDirect, он работает, так, AllocateDirect, он работает непосредственно, скажем так, на более низком уровне, там как-то, с памятью. Так, не написано подробно. Direct buffer, direct buffer. А, надо посмотреть, что такое direct buffer. Primary constructor. И не написано, что такое direct buffer. Ладно, это, короче, я вот еще раз напомню, вот прочитаю вот того лекции, которую я вам вначале порекомендовал, вот посмотрите, там это дело обсуждалось. Сейчас я вам поэтому точно я не помню, поэтому говорить не буду. Но это вроде как связано. Общий совет вот там давали такой. Если вы этот буфер будете сильно переиспользовать, то тогда можно использовать allocation direct. А если каждый раз новый буфер, то лучше allocate использовать. Ладно, сейчас мне нужно вместить, ну, допустим, я сделаю 1024 байта, да? 1024 байта. Дальше я зарегистрирую, объявлю специальное поле numRead, которое по дефолту минус единица. Оно у меня зачем? Вот канал, да, вот клиент, который мне подконнектится, если ему нечего, если он отсоединился, то вот это вот у него, когда я попытаюсь у него хоть что-то вообще прочитать, то там вернется минус единица. И в этот момент я буду знать, что клиент на самом деле отсоединился. И мне его нужно, соответственно, выкинуть из моей сессии и просто забыть о нем. Что ж, так и делаем. If.
Сейчас мы прочитаем NumRead, возьмем наш channel и прочитаем информацию в наш буфер. Информация может только прочитаться, сколько влезет. Так, давайте я здесь еще опять проброшу это его exception. Так, вот здесь вот мы пытаемся прочитать. Вот если вот этот вот numRead все-таки стал минус единичкой, кстати, зачем я объявлял-то? Вот если минус единичкой, то, как я сказал, соответственно, вот этот клиент, он отконнектился. Поэтому берем нашу сессию и удаляем channel. Удаляем channel. И теперь нам еще нужно, знаете, что сделать? Нам нужно опять же послать broadcast. Broadcast. Сообщение system user left. Давайте я тут изменю user new. User left. Так что. И здесь я беру channel, socket и get remote address. Так, и еще нужно что сделать? Нужно было. Мне нужен вот этот вот channel закрыть. Close. И вот этот key также закрыть. Cancel. И можно вернуться. Так, выйти из цикла. А если там все-таки что-то было? Если там все-таки что-то было вот в этом вот буфере входящей информации, соответственно, что мы сделаем? Byte. Data new byte. Значит, так. Давайте я здесь делаю для начала sout. Так. Год. То есть у меня будет в консоль печататься то, что я получил. То, что я получил. И broadcast. Broadcast. Угу. Broadcast. Что ж, здесь какой мы сделаем broadcast? Мы возьмем наш channel. Get. Ой, socket. Значит, get remote address. Плюс двоеточие стандартное. И плюс сообщение. Сейчас мы его построим. Нам нужно скопировать вот из буфера, да, вот в этот вот массив байтов сообщения. Здесь у системы есть такая прикольная штука, я не вот сегодня узнал, у системы есть array copy, такой инструмент. Значит, так, мы берем наш буфер, array, и указываем позицию, data, с какой по какую. Так, и теперь мне нужно создать стрингу, поскольку я
код data, значит, new string, и здесь я просто data. То есть я скопировал данные из буфера в эту дату. Эту дату, она у меня байтовая, я превращаю в эту строчку. Так, и остался последний метод, который нам нужно реализовать. Затем нам нужно поднять сервер. И все готово. Все готово, все готово. Значит, снова приватный. В принципе, вот этот бродкаст уже можно... По сути дела, он является callback'ом. Поскольку здесь у нас не будет серии callback'ов, или можно было бы его даже запихнуть в этот... Как это называется-то? JavaRx. JavaRx, то есть можно было бы вот эти бродкасты и через JavaRx использовать. Но я этим уже заниматься не буду. Это, если вы хотите делать улучшения, то делайте. Просто имейте в виду, что вот бродкаст, который я сейчас сделаю, по сути дела, его можно запустить в этом, в отдельном потоке. То есть создать какой-нибудь thread pool или fork join pool, это не так принципиально уже будет, и там запускать, поскольку здесь нет серии callback'ов. Так. То есть серии callback'ов, я имею в виду, что треды, в котором мы в этот день запустим вот этот бродкаст, они не будут ничего ждать, они будут именно работать. И активно работать. Так. Но они не, вот эти треды, они не ответственны за прием сигнала, за обработку новых соединений. Так, ладно, давайте бродкаст. Здесь у меня всегда принимаю я стрингу. Дата. Ну что ж, поехали. Мне здесь также нужен тот байт-буфер. Байт-буфер. Байт-буфер, поскольку сообщение у меня все равно не может быть... больше вот этих вот этого числа, поэтому мы здесь точно такое же число и выставляем. Дальше берем наш байт буфер и кладем в него вот эту вот, вот эти строчки. Так, дальше поехали. Теперь смотрите, вот когда мы вот положили байт-буфер строчки, вот этот байт-буфер, у него есть внутренние указатели. То есть, если бы я хотел бы положить в этот байт-буфер еще информацию, поскольку указатели сместились, у меня вот, пока есть место, там положится еще. Именно с того, где закончилось. Но я-то хочу читать данные. То есть смотрите, что произошло. Давайте я вот так вот. Вот есть данные записали, да? Но вот есть еще множество ячеек. Сейчас внутри есть индексы, которые указывают, с какого следующая вставка пойдет. А я-то хочу... бродкастить, я хочу прочитать. Мне надо, чтобы индексы стояли вот здесь вот. Поэтому есть такой метод, он называется flip. Так, теперь я беру this session for each. Так, for each.
И для каждой сессии, что я хочу сделать? Я хочу записать данные. То есть беру вот наш Socket Channel, write byte buffer. Но смотрите, когда я прочитаю, у меня снова вот здесь вот окажется. И мне нужно опять сделать вот тот курсор вот сюда. Мне вот надо снова вернуть сюда. То есть мне нужно опять флип сделать. Так, и давайте. Так, обвернем. Обвернем это дело. Try-catch. Try-catch. И все, все готово. Так, 46 минут. Неплохо. Так. Значит, так. Так, new socket server, localhost, 8.8, start, окей, пробросим это его. Так, ну что ж, поехали. Так, сервер у нас запустился. Localhost 8.8 row never open. Так, сообщение. Видим system. Это тот broadcast. Классно, да? Я только не сделал, чтобы у меня сбрасывалось на новое. Ну ладно. Так, давайте я сейчас второе сообщение. О, второго клиента подключил. Localhost 8.8 row never open. Так, надо пробелы добавить, чтобы вот такого не было. New line, вернее. И давайте третьего. Так. Localhost 8.8 never. Так, ну что ж, поехали, давайте. Hey, anyone here? И как мы видим, смотрите, кто отпечатался. Вот 279, 279. То есть мы распознаем его. Допустим. Yeah. How are you? How are you? Смотрите, кто отпечатал. Вот этот вот. Тот, кто подконнектился. Me too. 67-й. Вот наш чат. Как мы видим, все работает. Теперь, смотрите, один уходит, и должно быть системное сообщение. System user left. Это вот то, что вот мы определяли. То, что мы определяли. Так, где это? Вот. Num read минус один. То есть даже не ноль, а минус один. Минус один это в смысле все, закончилось. Так, ну давайте еще пару сообщений. Так, мне только не надо, надо в new line добавить было. Некрасиво это. Некрасиво. Welcome. Come to the jungle. Вот такой есть классный инструмент. И что мы здесь видим?
что на самом-то деле у нас здесь все работает в одном потоке. То есть мы несколько клиентов реально обрабатывали в одном потоке. Круто? Не вот как вот в прошлый, самый первый раз я писал многопоточное. Мы там буквально один поток, множество потоков делали. А здесь мы именно один поток, по сути дела, мы используем. В принципе, вот когда работа вот сложная, да, идет, сложная, вам нужно, допустим, базу данных, чтобы ответить, вы можете сделать callback и затем вернуть его. И вернуть, вот здесь можно подключить вот эту Java RX, эти паблишер-сабскрайберы, и внедрить и без проблем устроить именно полноценную такую низкоуровневую вещь. Здесь вот еще минус вот этого вот конкретного приложения, да, даже два минуса подчеркну, то есть кто хочет, то лучше. Первый минус – это соединение может быть нестабильным. И нужно как-то подумать, вот, юзер, вот, если ненадолго отвалился, а потом снова подсоединился, глупо писать сообщение, что юзер снова подключился. А если его там проглючит, и он там, вот это сообщение, новый юзер там выскочит 10-20 раз. Нет, это тоже нехорошо. То есть здесь это надо как-то пофиксить. Это первый такой баг. И второй серьезный недостаток, он еще также относится к тому, к тем сокетам, которые мы до этого смотрели. Это, как его называется-то? А, SSL. SSL или TSL. То есть вот мы сообщения, которые посылаем по сети, они у нас вот на данный момент никак не зашифрованы, никак не защищены. В принципе, в Java есть возможность использовать SSL или TSL. Вот поверх вот этих вот сокетов. Вот поверх по этих сокетов. Добавить надо. Что ж, ладно. На этом я предлагаю закончить. Код я оставлю. Вот на этот вот. То есть вот всю страничку вот эту, пожалуй, выложу. Кому интересно, тот побалуется. Все, see you next time.